Флаг России рано. Сколько вам говорить? Скоро будет поздно. Давайте мы спокойно разойдемся. Все станет на свои места. Никто никого не притесняет. Все живут нормально. Эмоции, пожалуйста. Вода есть. Вода что нет, организм. Сегодня, понимаете? Ну, что им тут надо? Мы к ним не едем. Подождите. Я вам вовсе еду. Подождите. Я эти вопросы, во-первых, не решаю. Во-вторых, у нас живут и греки, у нас живут и татары, у нас и итальянцы, у нас и поляки, и немцы, согласен, и белорусы, и украинцы. Да. Вот понимаете, у нас... Согласен, но бандеровцы и фашисты, вон. Друзья мои, это город-герой. Давайте мы успокоимся. Это да. Город России. Давайте мы поживем. Давайте мы посмотрим, а потом сделаем свои выводы. Нельзя сегодня скоропалительно делать. Потом будет поздно. Не будет. Олег Владимирович. Янукович, он протянул резину. Все. Значит, штаб надо организовывать, флаг вешать рано. В городе все спокойно. Да. В городе никого нет. Давайте сегодня мы нет, займем люди, позицию. Слушайте, вы это да. Сделаете мы импичмент? Русская революция. Хотите? Есть вот такая ситуация. Я? Будет. Какой вопрос? Та же самая, как сегодня. Принимайте решение. Принимайте решение. Сегодня. Можно? Принимайте решение. Олег Валерьевич, это все надо. Сегодня будет. Что будет? Сегодня. Я готов. Сегодня. Товарищи, создаем штаб. И что там открыть? Это речи нет, Владимир. Люди падают. Подождите. Никто... Так вы защищайте памятники. Правильно. Вы пришли в исполком вешать российский флаг. Это что, российское учреждение? Конечно. Да. Да. Уже да. Здесь люди живут российские. Которые такая брод и не дают по-русски говорить. Нет, пожалуйста. Да. Сегодня говорят все на каком языке, кто хочет. Да, да, да. Да, 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 да. Говорят. Документооборот на украинском языке, потому что мы живем на Украине. Это оккупация! Оккупация! Тут разные оккупации, которые пришли против. Кто выступил в парламенте на русском языке? Скажите, я наоборот строю памятники. Я не сношу, если вы забили. Пока мы граждане Украины!
Пан Голова!